Привет, супермены! Райд 2, друзья! После долгих стримов я решил все-таки записать несколько серий именно в офлайне. Поэтому переходим, друзья, сегодня с вами в карьеру. Это у нас чемпионат. Мы все эвенты с вами проехали. Я здесь не на записи, ребят, проезжал, три гоночки проехал. Там мы будем бороться за несколько мотоциклов. Я сейчас соревнуюсь на вот таком вот мотоцикле. Это у меня Триумф. 678-й. Очень крутая тачка. Валит она неплохо. Поэтому, друзья, у нас остается три гонки, и мы с вами будем выбирать какой-то мотоцикл для нашего гаража. Кстати, мы боремся сейчас в категории 630 PowerPoint. Ну, это, в общем, мотоциклы определенного класса. У меня они уже все есть. Ну, я имею в виду купленные именно этого класса мотоциклы. И сейчас мы просто, ребята, просто ездим, и я в надежде на то, что мы с вами сможем заполучить какие-то эксклюзивные мотоциклы, которых нету в нашем гараже. Так, один упал. Ладно, давай. По идее, должен я их нагнать. Я, в принципе, я три гоночки проехал там на золото. Поэтому, думаю, здесь тоже у нас все будет хорошо. Будем вот так вот с липстримом держаться возле наших соперников. И все у нас будет хорошо. Давай. Ух, блин, а валят они тоже нехило. Так, видите, обогнать тоже их будем ловить на позднем торможении. Хотя это, конечно, опасно, но я других вариантов просто не нахожу. Ух ты, смотри, упал еще один. Третья позиция наша. Мы все ближе к лидерам и сокращаем к ним путь. Это уже замечательно. Но меня все-таки вот где-то кто-то жужжит там слева. То ли в левом, то ли в правом ухе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, есть. Думал, не впишусь. Ребята, мотоцикл чувствую или слабоват, или я просто... Давай. Не упал. Так, один немец лидер и преследует его американец, да? Вроде бы я вот здесь вот смотрю по этих самых, по значках ихних. Это мы только едем, ребята, первый круг. Но я думаю, у нас еще впереди два круга. Я думаю, мы сможем их все-таки нагнать. С липстримом держимся. Так, сбрасываем газ. Вот здесь отлично. Так. Ребята, ну, держимся в тройке, это уже хорошо. С трудом мне дается, конечно, их обгонять. Но я держусь, ребята, я держусь. Давай. Ребят, если вы знали, насколько это все тяжело. Ну, мотоцикл явно, ну, не сказать, что он конкурентоспособный, ну и не имба. Если уж так прямо говорить. Ну, вот здесь вот на поворотах, конечно, маневренность у моего Триумфа гораздо выше. Поэтому я в поворотах все-таки лучше себя, комфортнее чувствую, чем те же даже мои соперники. Хотя смотрите, как он меня здесь пытается обойти. Он пристраивается к моей заднице, чтобы сопротивление ветра у него было меньше. И, так сказать, с липстримом меня обогнать. Логически он, конечно, правильно мыслит. Тут, видите, у него даже удается иногда. О! Так, он упал. Ой-ой-ой. Видите как? Немного потерял сцепление, и все. У меня... Как дикая, необузданная лошадь выкинул мотоцикл. Давай.
трудом дается второй круг, ребята. Едем. А нам предстоит еще две гонки проехать. И потом мы с вами будем выбирать какой-то один мотоцикл. Он упал? Да, скорее всего, что упал. Сам меня подрезал, сам и упал. Я его не трогал, ребята. Так. Так, последний лэп. Так, шпилька опасная. Ох, извиняюсь, ребята. Терпел, терпел во время заезда, конечно. Так. Ну, вроде бы как все хорошо. Следующую гоночку, ребят, поедем от третьего лица. Так сказать, будем чередовать. В принципе, байк мне этот очень сильно нравится. Прикольный. Вот мы и на финишную прямую сейчас скоро уже уедем. Здесь уже остается совсем немного. Вот и все, финишная прямая. Супер! Ура, победа! Так, ребят, ну, чё? Сколько мы? 1500 кредитов заработали. Не столь-таки много, но сколько есть, только есть. Так. Daytona R675. У нас триумф. Так, ладно. Переходим на следующую гоночку. Это у нас... Что у нас там дальше будет? Так, 60 очков. В любом случае мы выигрываем. Даже если мы сольем какую-то гонку, где-то мы не сможем проехать первыми. Все равно по очкам я выигрываю. И это уже хорошо. Так, давайте еще раз полюбуемся, пока у нас загружается левел. Такой черный матовый мотоцикл. Триумф. В стоке, ребят. Я его практически не прокачивал. То есть, какой он есть, такой и есть. Так, это у нас типа Испания будет, что-то вот такое. Ладно, поехали. Я вам обещал эту гонку проехать от третьего лица, поэтому так и будет. Очень красиво. Надеюсь, мы сможем обогнать всех наших соперников. Пока что мы держим 8-ю позицию, ребята. Эта трасса спринтовая. Здесь, в принципе, нужно кочегарить. Только на некоторых поворотах нужно сбавлять скорость. Вот здесь вот я на повороте, видите, отбил 2 позиции. Это очень хорошо. Так, на данный момент у нас 6-я. Есть 5-я позиция. Как-то прощемились. Давай, 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 давай. Эх, блин.
слишком разогнал мотоцикл, надо было здесь мне немножко оттормаживаться. Видите, у нас красная линия, все-таки лучше мы заранее будем тормозить. Так, и здесь тоже нам нужно оттормаживаться. Вот и осторожничает на поворотах. Но мне тоже он перекрыл путь, поэтому я не смог его здесь обогнать. Но мне как раз и нужно вот на поворотах атаковать своих соперников. Так, и выезжаем на прямой участок. У меня третья позиция. Ох! И в стену. Ладно. Так. Все, вот здесь мы кочегарим. Сейчас мы вот немца обгоним здесь. Так, здесь лучше мы оттормозимся. Эх! Забыл я трассу. Я не думал, что здесь просто... такая вот шпилька. Давай, 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 давай. Вторая позиция — это очень хорошо, ребят. Даже если мы удержим ее, я буду считать, что это победа. У него максималочка явно лучше, чем у меня. Но у них максималочка явно пободрее, чем у меня. Давай! Эх, третья позиция. Давай, давай, давай. Ух, тяжело дается, ребята. Все-таки мотоцикл, конечно, слабоват против них. Третья позиция, четвертая. Слабенько. Здесь я вернул свою третье место. Давай, 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 давай. Здесь я снова вырвался на вторую позицию. Давай, вот здесь кочегарим. Так, поравнялся я со своим соперником. Ох. Ладно, удержались, никто не упал, это хорошо. А вот здесь вот я даже лидерскую позицию взял. Давай, давай, давай. Так, сейчас у нас снова шпилька, поэтому нужно здесь аккуратнее быть. Так, а здесь кочегарим. Здесь они будут меня нагонять однозначно, поэтому здесь нужно проявить стабильность, упорство и максимальный расчет входа в поворот. Давай. Ну, практически немножко в повороте я здесь газ уменьшил, а так, в принципе, шел практически не сбавляя его. Сливают они мне буквально, ну, секунду, может. А то и меньше. Последний кружок.
зашел немножко неправильно я в этот поворотик, но ничего страшного. Так, ребята практически доехали. Опасный вот этот, вот эта вот шпилька такая, она затянутая очень сильно. Да, 1,5 секунды они мне сливают, чуть больше даже. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, все, ребят, напрямую выехали. Сейчас еще одна шпилька, и можно считать, что мы лидеры и проехали эту гоночку. Такс. Отлично. Все, победа. Неплохо, ребята. Так. 1500 кредитов. Неплохо. И остается у нас еще одна гоночка. И мы, в принципе, завершим этот чемпионат. Так, 75 очков против 50. 25 очков у нас в запасе. Неплохо. Так. Последняя гонка. Эту мы с вами уже проедем с видом от первого лица. Так. Викинг Вэлли. Или как-то так он называется. Поехали. Так, длинная это у нас трасса будет. Давай, 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 давай. Седьмая позиция. Седьмое место держу пока что. Есть. На разгон, конечно, мотоцикл слабый. Моих соперников явно мотоциклы пободрее. Но, тем не менее, смотрите, третье место я держу. Так, опасная шпилька. Есть. Хороший выход у меня со шпильки получился. Ну, здесь, конечно, не вырвались. Максималочка у них гораздо больше. Но я их зато на поворотах делаю. У меня более маневренный мотоцикл. Хотя поворотов здесь не столь много. Смотрите, у меня на данный момент уже 4-е место. На первом круге, смотрите, 4-5 место у меня. Сложненькая гоночка. Где же вас там
обойти так хорошо. Давай! Мощные у них мотоциклы, конечно. Вроде бы и сближаюсь так, держусь с липстримом. Во, есть, отлично. Второе место, ну хотя бы третьим нам. А вот здесь я красавчик. Смотрите, как я первое место взял. Сейчас уже на третий финальный кружок. С вами заедем. Так. Отлично. Упал, да? Так сзади посмотрел, он упал. Так, ребят, последний кружок. Атакует, видите, не хочет отдавать мне свое место. Но мы держимся молодцом. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну а вы, ребят, не забывайте подписываться на мой канал, если впервые на нем, нажимайте кнопочку подписаться, активируйте обязательно колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы, вам будет приходить моментальное уведомление на вашу электронную почту, и только появляется стрим или видео, вы сразу же получаете уведомление и будете смотреть видео одним из первых. Так, давай. Ну вот и все, в принципе. И финишная где-то вот здесь вот прямая у нас. Давай. Супер. Так, триумф не подкачал. Первое место, 1500 кредитов. В принципе, больше гоночек у нас здесь нету. Три гонки мы с вами проехали. Так, итого 90 баллов. Нас никто не смог догнать. И сейчас у нас... Так, позиция есть. Король, что-то там, over raving какой-то. Получили мы с вами 15000 кредитов. Так, и сейчас будем выбирать какой-то мотоцикл... Из предложенных это у нас Сузуки, такой вот, типа как с верблюжьим горбом. И вот такая вот Yamaha Fizzy RR. Вот даже вот не знаю, что нам ей выбрать. В принципе, и тот мотоцикл у нас, в принципе, в гараже должны быть. Но я все-таки, ребята, даже не знаю. Я, наверное, выберу вот Honda или Yamaha Fizzy RR. Потому что так, такой байк у меня точно уже есть. Это однозначно. Возьму вот этот. Не уверен, что он у меня есть. Но, тем не менее, я его выбираю. Пусть он идет к нам в гараж. Супер. Ну, в общем, друзья, на этом мы с вами и будем заканчивать эту серию. Всем спасибо, что оставались на моем канале.
Подписывайтесь обязательно, не забывайте ставить лайки, это помогает продвигать мой YouTube канал. И ждите новое видео уже завтра или стрим, я пока еще не определился, но будет интересно, это я вам точно отвечаю. Всем пока!